подожди. Ты как на лыжах, катись. Привет! Как видите, вот такой у нас февраль. Сейчас на дворе плюс 9, и мы решили на балду половить. Вот у Саши первый уловчик. Бычка маленького поймал. Ловим на балду, пробуем. Ловим мы на спиннинг. И на балду он прицепил балду и ловлю. Бубырь. Видишь? Жаденько. Ну вот, с Сашей мы поймали по рыбке. Саша поймал бычка, я бубыря. Ну, в принципе, поедем сейчас в другое место. Ну-ка, покажи, какой лёд. Ир. Сейчас я же хоть помою. Да вот здесь, рядышком, вон рыбка валяется. Вот. Ну, вот сюда это, Ир. Ира, сейчас провалишься, ты чё? Ты ж сапах. Лед у нас уже никакой. А здесь крещение проходило. И вон кто-то потерял шлепанцы. Один. И вон второй. Вы только что видели, какой лед. А вон стоят жерлицы и идет рыбак по льду. Наверное, его надо будет сейчас спасать.
Вон, видите, жерлицы. И вот он, рыбак. Ничего не боятся люди. С головой не дружат. Я думал, это жерлицы забыл кто-то. Что она так растаяла или на ночь поставила. А оказывается, тут рыбачок есть. Рыбачок-самоубийца. Приехали мы еще в одно место, в парк. И здесь на маленькой речушке пробуем что-то ловить. Приехали мы еще в одно место на карьер. Вот здесь тоже лед сильно тонкий. Так что продолжаем обследовать прибрежные зоны.